Всем привет, вы на канале Мама и Я. Ну и сегодня мы играем в Майт Сити. И сегодня я покажу новую обновляшку. Как пройти этого босса в вулкане и получить новую класснейшую точилу. Кажется, я не покажу. Я умер. Рома, подвези. Вот сейчас я не смогу. Я даже не знаю, но я не в курсе, меня убили. Сами понимаете. Вулкан, мирная зона, без убийств. О, ок. Вулкан, мирная зона, без убийств. О, пистол, ну нормал. What's happen next? Так, пожалуйста, веревка, веревка. Хотя меня Ром может подвести. Пистол! Ну зачем мне пистолет? Так, буду бы хотя бы полицейского найти, у него карточку украсть, ну, собрать бесплатно. Так. Пластик, пластик. Так, сейчас, может, немножко покачаться, и мы сейчас перелезем через забор. Да не, не факт. Так, мужчина, вот так, перепрыгиваем. Где? Надо приватнуть. Так, тук-тук, что-то мне совсем не нравится. Так, о, у меня идея. О, не-не-не-не. О, есть! Есть. Правда, у меня турбо мало хп. Так. Давай. Есть! Так. Давайте-ка. Умрём сейчас. И буль! Буль сейчас сделаем. Теперь оказываемся вот тут. Пожалуйста, пожалуйста, подождите меня. Сейчас, давайте-ка. Так, давай. Давай. Так. Так. Антошка, картошка. А, помню, помню, Том. Так, давай. До свидания, Антоха. Антоха, до свидания. Так, Антошка, идем копать картошку. Так, идем копать. Где мы? Кстати, тут есть лава гемы. Кстати, кто не знал, мочите это побег из тюрьмы. Чтобы выжить там на призоне. За кого вы надо болеть? За кого вы хотите играть? За хиру, за преступника, за полицию надо ответить. Ну и потом, если вы преступник, вы должны ковыряться вот всяких. Коробочках, мусорных боках, ну, и выбирать предмет, который вы должны избежать. Все подходит почти, из всего можно сделать, кроме пистолета и туалетной бумаги, вот так. Так. Так, давай. У тебя есть? Сейчас. Ответь, подождите, я сейчас. Сейчас. Так. Ответь. Так. ВГД-96. Ты, возможно, мой подписчик. Я так, ник читаю. Здесь неправильно, тут пиши в комментариях, как твой ник читается. Но я еще думаю, ВГД-96. О, нет. Стоп. Секундочку. Давай. Ну, сейчас надежда. Так.
Так, вот такой у меня друг есть. Вот у меня вдруг в мысли есть. Джек! Джек! Три, два, один. Вперед! Три, два, один. Вперед! И два, один. Вперед! О, ну куда ты идешь? Так, там вроде еще живут люди. Смотрите! Нет, я сейчас умру! Нет, ни за что. Ни за что я не умру. Чё, ты что делал? О, а просто эксперимент. А что если я сейчас делаю? Да, не залетел. Чего? Вылет? Квадрат проходил через меня? Чего? Ну? Сейчас, я надеюсь, мне не будет... Я, возможно, не покажу, как побеждать босса и как убрать демон, но... Есть процент шанса, что я покажу. Так, нужно, короче, 6 гемов, если не ошибаюсь, или 5, или я не помню, сколько там кукол, чтоб активировать вулкан и сразиться с боссом. Босс! Очень странно, это как у меня было в одной игре храм Тики там. Типа вот такого чего-то. Ну, сейчас мы все увидим. Кто выиграет? Так, ну смотрите. Пока. По-моему, пока люди живут. Так. А, кстати, он еще начал извергаться. О, что? А что, если мы постреляем? Что? Эй, за что? За что? О. Так, Рома, идем. А, Рома, полиция? Что это, полиция? А полиция это то, что надо. Так, давайте тоже сделаемся полицией. Правда, мы не сможем собирать Вау. Тут какой-то классный пистол. Вау, это классно. Снайпер. Спэс. Так, давайте-ка. Тейк М5. Вот, М5 нормас. И новое. О. Вот это. Джин. Все, погнали. Так. Давайте, и надежда остается на то, что заправят гемми. Вот что. Короче, полиция, потому что, ну, это было нереально записывать. Сами видели, что происходило. Это, короче, нереально. По-моему, с джекпаком было бы даже попроще. С метеоритами ничего. Так, ну, все как было, только... Во я о чем вам хотел показать. Вот это извержение вулкана. Вот это извержение вулкана. Так, теперь я буду уничтожать просто преступников. Погнали, полетели.
О, самолет летит, но. Так, давай, давай. О, что если мы арестуем супергероя? Это вообще возможно? Нет, конечно, но... О, что если мы в нее стрелим электрошокером? О, второй вертолет. Что? Мне что-то это не нравится. Все нормально. Так, что-то это мне совсем не нравится. Что это за дым? Эй, тушись. Тушись. Что это за дым? Оно что, плавится или что? О. О май гаш. Фух. Это вы сами видели, что это было. Все умерли. Так, погнали. Я же не смогу тебя гемологично. Мы сейчас зато убьем криминалиста. Получим денег. Это тупая идея, на самом деле. Это глупая. Глупая идея. Ну, кстати, а вдруг мы все-таки сможем собрать гема? Что? А что, если это факт? Это может быть фактом, действительно. Кто знает? Что будет? Ха. Так. Сейчас мы его убьем. Хоукил! Все, преступник, он, конечно. Он сейчас преступник, но. О, он меня пожарил. Так. О, нет, нет. Он меня поджарил. Что? Посмотрите, мы собрали лава-гем. Красивее стувери. И не ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лава-гем, лава-гем, сохранись. Так, я не понял. Ху-ха-ха. Все, конец ему настал. Конец ему настал. Так, давайте-ка. Так. Так, куда летим? Так, нет, что-то мне не нравится. Я лучше вертолет сяду. Хотя у меня есть манши, зачем? Ладно. Я уже сел. Так, управлять я все равно умею. Так. Давайте. Сашку. Идем. Мы дразним. Слови, сможешь. Тан-тан-тан-тан-тан. О, у меня идея. А что, если мы этот штуку отпустим? Я думаю, представляете, это...
Луч почти, почти, почти. Один лучик остался. Один остался. Я не должен такое пропустить. Ни за что. Так. Так, давайте-ка. Так. Ползе. Бинго. 4. 3. 2. 1. И чё? Ок. No start, please. Почему не начинать? Так. Давай. Yes, yes, yes. Yes, all. Yes. Так. Фу. Я готов уже начинать. Где он будет появляться вначале? Ага, понял. Вот тут. Ну чё я наделал? Ну смотрите, ну чё? Чё это было? Короче, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и оставайтесь такими же крутыми и веселыми, как я. Я сейчас пройду этот паркур. Я мастер по паркуру. Ха, с первого раза уверен. Я отличный лазитель по всяким этим крышам. Я паркур. Так, ха. Да сейчас это на изи все пройду. И это 100 раз уже проходил. 100 раз. Сейчас взорвем бутылку. Короче, всем пока-пока.